воскресный день, прошла литургия, собрание, а потом занятия были, и вот братья наши собираются. Никита стоит, вот отряхивается, Володя и Надежда Васильевна. Эти пошли в город, точно не знаю, что они там будут делать на благовестие, может быть. Вот, вот сейчас мы их увидим. Деваться им больше некуда. Там что-то притормозило Надежда Васильевна. Где женщина, там надо уметь расстаться вовремя. Это не просто так. Сегодня собрание было, батюшка рассказал, как у них там Потеряевки, что с Романом Малышом делается. Тут ничего не сделать, это беснование буйное. Горе-то какое, хороший человек. И он этого никак не может не понять ничего. Обрати его, Господи. Сегодня запросился домой Бельмесева и Василий. Люди-то не знают еще. Воскресный день попросился. И Сергей Павлович его отвез домой, не стал задерживать. Ну, тут он отмылся, отстоялся. И, ну, государственная квартира большая. Что-то не понравилось-то. Может быть, он постригли даже его здесь. Он даже на исповедь вроде бы сходил вчера. Заставили его. Он такой и есть. Вот обедать, сколько тебе время надо, Вася? 3 часа, будто бы сказал. Да 3-то часа много. У нас вот, если есть, мы обедаем, ну, 20-то минут надо вложиться. Господь милостливый. Вот что-то ребята тут крутятся, никак не уйдут. Отвезли его, но у него там было, мы брали 16 градусов мороза. Надежда Васильевна что-то подпер дверку. Вот так. Еще не уходит. Вот они пошли. Раньше бы сказали, тарапунька и штепсель. Вот они, 3 поклона, братья. Вот они выходят. Все, пошли. А я жду дома, молюсь. Сейчас на молитву сразу о Романе, всей общине молиться. Почему? Он нам очень дорог. Вот они пошли дальше. Сопровождаю их. Благослови их, Господи. Такое удивительное было собрание, занятие. Потом это будет. Собрание сегодня постараюсь выставить. Ну, а занятие там неделю, через неделю-полторы. Вот тут Надежда Васильевна, что-то все. Одна тут. Сказали врачи, больше ходить надо. Нет, она с ведрами выносит. Вот так мы живем. Слава Христу!